Это значит, что учебные заведения отказываются от бумажных носителей. Теперь учителя при подготовке к уроку пользуются только возможностями компьютера. У каждого педагога будет своя база данных, своя страничка на сайте школы, где осуществляется взаимосвязь с родителями учеников. Родителям достаточно знать логин и пароль, и все отметки ребенка, как на ладони. Просмотреть их можно даже в мобильном телефоне. Это был пилотный проект для 8-й гимназии. С этого учебного года, по примеру одного учебного заведения, будут работать все школы Сочи. Каждый день родители четко знают, что ребенку задали. Если он получил 5, за что он ее получил, на каком уроке. Это был устный ответ, это была контрольная работа или это была самостоятельная работа. Все это отображается в дневнике, который имеют возможность смотреть родители и участвовать таким образом в образовании своего ребенка. Кроме того, есть еще большие плюсы, которые связаны с тем, что система предоставляет возможность для очень широких коммуникаций для родителей. Потому что, во-первых, через эту систему родитель может задать вопрос, например, директору школы, учителю, завучу. Все учебные заведения города уже с 1 сентября будут объединены в одну сеть. И у родителей появится возможность создавать свои сообщества, чтобы обсуждать интересующие вопросы.